Приветствую, друзья. Если вы будете стараться медитировать, пытаясь выкидывать мысли из головы, то есть сделать некое напряжение над собой, напряжение у вас из-за этого будет, естественно, расти, и сразу появится защитная реакция, которая снимает напряжение, вас может начать раскачивать из стороны в сторону. Вот поэтому не нужно этого делать. Если вы хотите медитировать, надо пустить мысли на самотек. Если вы хотите решить какой-то вопрос, надо пустить мысли на самотек и самому осознанно помочь вот этому механизму защитному от напряжения слегка раскачиваться, как бывает, когда человек поет, или молится, или что-то еще делает. Это защитный механизм. Поэтому все зависит от того, что вы хотите. Если вы хотите решить какой-то вопрос, продолжайте думать об этом волнующем вас вопросе, соединив вот этот элемент покачивания, и он будет снимать с этого вопроса лишнее напряжение, когда вы будете сильнее сосредотачиваться, и вы сможете его быстрее решить. И не спешите. Вы можете 1 минуту или 5 минут просто отпустить себя вот так вот и думать, о чем думается, о том, что вас волнует, например, вы по какому-то поводу переживаете или размышляете. Вот это и будет медитация настоящая. Потому что в какой-то момент, за эти несколько минут, вы заметите, что вас уже меньше что-либо волнует, и вы думаете спокойно. А когда вы думаете спокойно, когда там нет страха, нет авторитетов, нет комплексов, нет ничего лишнего, свободное состояние сознания – это состояние осознанности. И в этот момент вы вопросы решите, а переживать перестанете, и восстанавливаться начнете, и лучше себя будете чувствовать. До встречи, друзья!